have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Инсайд. Место, от которого мне хочется плакать. Я не знаю, я тут провел уже не знаю сколько времени, еще в прошлый раз, потом на следующий день. Это запись, если что, уже через, наверное, 4 дня после той серии. Тут нет ничего. Тут нет вообще ничего. То есть я пытался схватить, может быть, какой-то камень. Вот тут валяются камни. Я думал, что если схватить камень и кинуть в собаку, но я не могу это сделать, потому что он начинает сразу же, типа, держаться за голову. Вот, то есть тут, возможно, вот тот какой-то кабель где-то, что-то. Нет, у нас есть лестница. Лестница просто наверх ведет к мужикам. Наверху тоже, в принципе, ничего, потому что только лестница вниз. Вот, потом у меня был еще момент, когда я пытался бежать так, бежать сяк, бежать быстрее, бежать хитро, перепрыгивать, не перепрыгивать. Короче, народ, залейте. Пока я начал протыкивать абсолютно все, что здесь есть. Вот. И нашел вот это. Я когда вот это нашел, я остановился. Потому что... Потом мне, конечно, в голову пришла простая такая идея, что во всех играх... Ну, не во всех, но очень часто игры ведут тебя с помощью света. Иди за светом. Это единственный источник света здесь. Окей. Ну, пойдемте попробуем. Я как-то могу им... Я могу прыгать. Действия никакой не могу делать. Я могу просто ходить с этим факелом. Ну, хорошо. Это, кстати, наверное, будет такая же фишка, как с подводной куклой вот этой. То, что я на нее светил, и она ко мне не подходила. Возможно, с собакой будет то же самое. Пошел в жопу. В смысле, другой? Пошел нафиг! Нафиг! Пошли отсюда! Огонь! Я не на то, я отвлекся. В смысле секрет? Погодите. Игра, зачем ты так со мной? Это разве не основной путь вперед? Мы там собирали 500 мужиков не для того, чтобы попасть сюда. Или там дальше есть какой-то проход? Погодите. Обычно секретки здесь ведут в тупик. Не давать им приближаться. Приближаться не давать им, у нас скотина. Пошел. Может, я не пошел отсюда? Может, я не буду открывать эту секретку? Это опасно. Пошел отсюда, я сказал. Pack Mentality, если что, ачивка вылезла. Но они испугались, наверное, искр. А, погоди, нет, ну, может это не секретка, может это... Ну, оно выглядит как секретка. Так. И что я тут должен... Хорошо, давайте мыслить логично. Если на секундочку предположить, что это секретка, значит это место тупиковое. Плюс... На мне до сих пор это шапка. Шапка нужна для управления мужиками, но мужики остались сзади. Допустим, что это все огромный тупик, и что мне надо вернуться к мужикам. Но тогда что мне там дальше делать? Вся прошлая серия была построена на том, что мне нужно попасть сюда, чтобы пойти дальше. А это не дальше. Игра, прекрати! А как мне... Хотел сказать, как мне огонь пронести через воду, но с другой стороны он же... Нет, он потух! И чё? А с другой стороны... Наверху-то песели вроде не было. Ладно, сейчас посмотрим, куда это все приведет. На самом деле я сейчас в растерянности скорее. Потому что у меня нету четкого плана действия вперед. Куда нам вперед и зачем нам вперед? Ну, в смысле, в какой период? Я думал, что это период. А теперь... Привет, народ. А теперь это, оказывается, все...
Ну пойдем, пойдем за компанию, постоите с теми ребятами. Слушайте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка за мной, ребят. Там же это что-то за воротами грюкает. Пойдемте туда глянем, что это. Просто я не знаю, куда еще можно. Можно с ними вниз, но вниз нам не надо. Давайте попробуем на средний уровень с ними подняться. Вроде на среднем это было сейчас. Сначала я и мои 40 слонов станцуем. Я вам говорил, что вот эта штука, возможно, будет... стой, 20... А 20 это случайно не количество людей, которые сейчас ходят со мной? О, я понял. Тут 19 людей. Я где-то одного не взял? Погоди, так не бывает. А где? Мне надо 20. Ну это же толпа теперь за мной ходит. Погодите, стойте, 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 знаете что? Погодите, у меня появилась идея. Помните, на верхнем этаже у нас есть место, где я сказал, что типа мостики, но они, скорее всего, на разных уровнях. Может быть, эти ребята меня теперь туда докинуть смогут? Это, по крайней мере, единственное место, где я еще не был. Я не могу понять, где мне взять счет. Я думал, что все уже. Я второй раз уже думал, что все уже. Ну-ка. Да, похоже. Нет, стой! Нет, нет, нет! Сдохнешь! Вот фишка с подпрыгиванием, она работает криво. Я уже второй раз от этого строил. Ладно, по крайней мере, мы здесь. О, кто-то упал. Ладно, по крайней мере, теперь это сработало. О, Трупецкий, пойдем. Просыпайся. А, это реально Трупецкий, мне его просто скинуть надо. Я же упал оттуда и... До свидания. Это реально труп. То есть тут чувак... Погодите, а что тут еще есть? Я... Он в окно видит, я в окно посмотреть не могу. Фу. Ладно, пойдем. Ребят, ловите меня. Уи! Спасибо. Он его кинул не на кнопку. Ну ладно, до кнопки я его дотащу. Это не проблема. Поехали. Нам реально не хватало одного трупа. Я думал, что как-то... Вон он упал. Черт, страшно. Офигеть, как я себя сейчас неуютно чувствую. Офигеть, как я себя сейчас неуютно чувствую. Это... Знаете, на что это похоже? Помните, в Half-Life 2 там были такие...
землебойные такие фигнюшки, чтобы отгонять муравьиных львов. Вот очень похоже. Я это толкаю? Really? Юпарасете! Понятно. Спасибо. Мне очень четко дали понять, что в это время не стоит высовываться. Меня просто волной разорвет. Да ты ударился головой. Блин. Я могу немножечко наперед бежать, капелечку. Что это делает? Зачем мне это? Ну, я понимаю, зачем, но в какой позиции мне это надо, скажем так. А! Оно тут тоже работает! А! Я понял, я понял. Угу. Моя есть сообразить. Зачем мне это надо? Он там наверху, чтобы спрятаться. Нет, я подожду. Я понял, сначала мне нужно... Это потому что лестница... А потом... Вот тут. А потом... Нет, стой. А как? А как потом? Погоди. Оно должно как-то начать работать опять? Я же его опять не включу уже, вы чё? Стоп. Там оно мне никак не поможет. А вдруг это оно было? А вдруг я могу там... Давайте еще раз попробуем. Может быть, я могу там спрятаться. У меня такое ощущение, что могу. Ну, просто вот это мне нужно, чтобы залезть на лестницу. Я другого выхода пока не вижу. Успел. Так, тут никакого экшония нету. Руки, ноги полетели. Нет, ну а серьезно, как? Подождите. Это же impossible. Может, этот механизм какого-то двойного назначения? Мне нужно понять, как работает тот поршень? Да нет, вроде поршень... Но это невозможно. Погодите. Тут что-то не так. Подождите минутку.
Ладно. Я потратил на это сейчас еще какое-то время и пришел к некоему выводу. Сейчас попробую объяснить. Сейчас. Вот что мне нужно было сделать. Музыка заиграла, значит, я что-то правильно делаю. Нет! Почти что, видели? Вот оно. Это нужно делать на ходу. Ох ты ж. Он есть два удара за время оборота этого колеса. Первый. Второй. От второго я прикрываюсь сейчас. Нужно было подгадать оборот колеса. Первый. Пропускаем. На второй бежим. И на третий уже валим окончательно. Черт! Это сложно. Идите нафиг. Тут тоже надо будет подгадывать. Смотрим интервалы. Ну, тут получилось, кстати, с первого раза довольно удачно. Тут все подчинено этим интервалам. Я думал, момент с водой был напряжный. Нифига! Это тяжело. Это тяжело. Это прям реально... Ну, в принципе, как вам это объяснить? Сами действия относительно несложные, но дойти пониманием, что игра от тебя хочет именно вот этого... А, не-не-не-не-не, вы чё? А, я понял. Угу. Вот этот момент, они не зря огоньками обозначены. Этот момент мне нужно было переждать. Потому что нижняя вот эта перила держит дверь без этой штуки. Вон даже дверь на заднем фоне, это напоминание того, что может случиться. Бум, пошли. Пожалуйста, быстрее. Пожалуйста, быстрее. А, ладно, хорошо, я понял, погодите. Нужно, я стоял полностью за этой штукой, а нужно было ее, наверное, частично, даже частично мне хватило, потому что мне еще не хватило буквально сантиметров 5. Сейчас я ее частично высуну, и ее должно хватить при этом. Вот так вот примерно. Все, пошли. Ох, впритычок. Тычок, блин, я думал, меня сейчас накроет этим. Игра, у меня есть для тебя предложение. Ты можешь, пожалуйста, сходить нафиг, игра? Бум, внизу происходит, когда оборот. Первый наверху. Второй происходит здесь. Это была ошибка. Зачем я ее сделал? Кто мне скажет? Не с двери. Хорошо. Уи!
Есть, угадал. Тут уже безопасно. Нужно было подгадать, чтобы пока ты едешь, случился этот удар. Тут еще оно работает? Нет, все, уже можно идти. Это только на улице работает. Так кто-то, что это такое? Что это такое? Погоди. А, тьфу ты. Мне показалось, вот отсюда так смотришь, как будто кто-то на корточках с длинными руками сидит. Я испугался. Это лифт. Кстати, ребят, когда то, что мы с вами когда в первой-второй серии говорили про символичность и всякое такое, знаете, мне это, я так немножечко прикинул, мне это немножечко все напоминает внутренний организм. Ну, то есть, как с точки зрения какого-то механизма, оно не имеет никакого смысла. Но если мы посмотрим на то, что мы являемся некой... Почему мы в красном цвете? Потому что, во-первых, мы выделяемся на общем фоне, во-вторых, красный цвет — это некий раздражитель, что ли? Если на секундочку представить, что это все... Ну, интерпретация организма живого, каких-то внутренних органов. Например, как те же собаки и всякое такое, это иммунные клетки, иммунные тела, которые набрасываются на нас, как на вирус. А мы, как вирус, пытаемся проникнуть все глубже и глубже. От этого мы постоянно спускаемся вниз и вниз. Давайте проверим такой теорией, куда сейчас поедет этот лифт, вверх или вниз? Потому что он может поехать, кстати, и вверх, судя по тому, куда идут эти палки. Видите? Да. Я как раз хотел сказать, что если мы поедем дальше вниз, потому что всю игру мы спускаемся дальше вниз, дальше вниз, дальше вниз. Твою за ногу. Плохо. Мне надо было где-то выпрыгнуть. Что происходит? Нет, хорошо. Мне надо выпрыгнуть сейчас. Пожалуйста, выплыви. Пожалуйста, выплыви. Куда? А, ты уже доплавался. Здесь я пока ничего делать не могу. Я не вижу, куда мне. Сюда я не... Ну, я не могу сюда, ну вы чё? Времени вообще не остается. Кстати, вот этот момент тоже мне вот совсем не нравится. Погодите. Попробуем сейчас что-то. Тут я не могу двигаться, пока я падаю. Ну, это логично. В падающем лифте это не особо. Но вот здесь вот... Мне что-то нужно как-то открыть. Да. Сюда. Я думал, ты завис там, дружище. Если бы ты там еще раз сдох. Короче, это нужно было подождать, пока тебя отпустит гравитация, быстренько нырнуть руками под водой. Я не знаю, каким образом, блин, открыть эту сраную тяжелую дверь. Продолжаем нашу теорию о том, что это все, возможно, какие-то внутренности, которые пытаются нас уничтожить, как вирус или как бактериальное заболевание. Я могу поэтому подняться? А, я могу это завести. Я думал, туда секретка, не надо. Давайте поторзаним немножечко. С первого раза. А теперь мне надо туда поднять. Да не! На время! Игра на время! А, я сдох? Нет, погодите, это же невозможно. Сейчас смотрите. Ну, как бы...
Знаете, по-моему, количество раз, когда я за серию сказал, ну это же невозможно, превышает все, что было в каких-либо играх до этого. Что я тут могу еще взять, сделать? Ничего. Залезь! Ладно, 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 ладно. Это казалось очень сложно, но оказалось довольно нормально. Со второго раза всего лишь. Ну, знаете, в чем прикол? Игра иногда... Ну, в основном игры, вспоминая тот же Фарс, с которым я сравнивал эту игру в начале, они такие говорят, вот тебе экшоний, а вот на, передохни, а вот на тебе еще раз экшоний, а вот на, передохни, а вот на тебе эпичность, а тут нифига, ты просто вылетаешь из одной дыры, попадаешь в другую дыру, которая чаще хуже, чем предыдущая, это просто какой-то козец. То есть я почему стал вот так вот останавливаться? Потому что если я сейчас просто пойду вперед, со мной опять что-то случится, потому что я трындю. Как тут все не наэлектризовано еще, а? Плыви на свет. Опять же, вот видите, здесь есть это правило света, то есть... Ой, блин. Да? Да нет! Так, ладно, давайте смотреть. Ну, мне тут придется синхронно вот эти штуки делать. Давайте посмотрим, до какой высоты они подлетают и зачем мне это надо. Так, на вот эту ступчик я могу. До этой кнопки я могу. В чем подвох? Подвох? Иди отсюда! Вот в чем подвох. Не, ребят, нет, просто нет, просто не, нет, не в этой серии. Нет, все, хватит. Я не знаю, я не помню, когда игра меня за полчаса так выматывала. Наверное, честно говоря, наверное, Fear and Hunger. Она стоила мне столько же нервов. Причем Fear and Hunger было реально очень напряжно играть и очень интересно. И точно такие же эмоции у меня вызывает Inside. Очень напряжно и очень интересно. Тварь. Оно то ли привязано, то ли... Я что-то на самом деле не обольщаюсь, то что оно привязано. Если ему надо будет за мной гнаться, оно за мной погонится. Я сейчас нажму на вот эту красную кнопку, тут сейчас вот эта фигня откроется, эта штука за мной поплывет. Я это уже... Да ну нафиг. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.